Йоу, уважаемые друзья, здравствуйте всем, с вами я, Маклаксон, и добро пожаловать на мой канал. Добро пожаловать на продолжение прохождения игрушечки Raft, на выживание в этой игре посреди океана в компании с акулой. Друзья, всем приятного просмотра, берите вкусняшки, всем приятного аппетита, поддержите серичку вашим лайком, подпишитесь обязательно на канал, если вам нравится игрушка и вы хотите смотреть ее дальше, и давайте будем начинать. Итак, друзья, мы с вами в нашем мире. Итак, в прошлой серии, ребятки, я исследовал большой остров, который попался мне на пути. Полностью этому посвятил всю прошлую серию. Мы с вами нашли там кучу ресурсов, нашли новых животных, помимо акулы и чайк, которые парят над нашими головами. В общем-то, я там даже убил одного кабана, по-моему, или кто это был. Мы добыли с него кожу, мясо. В общем, ребят, все было круто, все было четенько. Сейчас мы с вами продолжаем наше путешествие. Плывем просто прямо. Нам бы желательно, чтобы на пути попался еще один остров, потому что мне нужно, ребята, собрать со дна побольше песка и глины. Потому что теперь мы с вами делаем вот такие кирпичи. Они уже высохли, я их собираю, и теперь из этих сухих кирпичей я могу, ребята, скрафтить печь. Наконец-то я могу сделать печь, с помощью которой... Опа! Подождите-ка, вот это обязательно надо собрать. В общем-то, с помощью печи мы с вами сможем железо и медь переработать в слитки, которые наконец-таки мне пригодятся. Потому что все-таки нужно двигаться дальше, крафтить новые предметы. Так, вы научились делать флаг, хорошо. Давайте глянем. Берем сухой кирпич, жертвуем одной штукой, изучаем. И да, наконец-то, ребята, плавильня. Вот, она называется плавильня. Может плавить железную руду, песок и водоросли. Ну, скорее всего, медь. Не знаю, почему медь сюда не добавили. Научиться. Все, супер, мы с вами научились ее делать. Давайте найдем, где она у нас. Вот она. Супер. Для этого нам нужно 6 сухих кирпичей. Сейчас у меня их 3. Нужно еще 3 штуки. Хорошо. И нужно 6 гвоздей. Ну, сделать это мы можем. Все. Гвоздей хватает, ребята. В общем-то, остались только сухие кирпичи. 3 штуки. После чего мы с вами успешно сможем начинать крафтить. И есть еще одна вещь, которую я бы хотел сейчас посмотреть. Не могу ли я ее случайно еще сделать? Это у нас улучшенный... опреснитель воды. Где он? Вопрос. Вот, ребятки, смотрите, отлично. У нас, кстати, 3 емкости уже новых, аж появилось ведро, глиняная миска и стакан мы с вами умеем делать. А пока это нам не особо нужно. Больше всего меня интересует улучшенный опреснитель и улучшенный гриль. Вот, но смотрите, здесь нужно железо, железный слиток, и здесь нужно стекло. А чтобы сделать стекло, я так понимаю, нам с вами нужно... А как делать стекло? Подождите. А стекло, это, скорее всего, нужно песок, ребята, засыпать в плавильню. Скорее всего, это так, да. Так что сегодня у нас с вами весь успех нашей серии сегодняшней зависит только от наличия еще 3 сырых кирпичей. В общем, ребят, давайте так, я тогда сейчас ухожу на паузу, продолжаю просто плыть прямо. Кстати, вон, я вижу вдалеке уже остров появляется. А, нет, это не остров, блядь, это луна начинает восходить из-за горизонта. В общем, ребят, я сейчас ухожу на паузу, просто плыву прямо, собираю ресурсы, продолжаю лутаться, продолжаю выживать и ждать, пока на моем пути окажется остров. И когда мы с вами на него попадем, мы соберем необходимые ресурсы. Все, ребят, я ухожу на паузу и лутаюсь. Так, ребят, еще один моментик. Смотрите, я хочу сейчас сделать кое-какую штучку одну. Во имя экономии места, чтобы больше не расширяться в... Не расширять больше плот впустую. Я слышал, знаю, что можно ставить сундуки на стены. Вот. И я хочу сейчас это сделать, потому что у меня уже не хватает места, и мне надо расширяться еще. Предметов становится очень много, ну, пока что. Давайте мы сейчас собираем вон ту бочку одну одинокую, чтобы ее не упустить. Отлично. Так, еще захватываем листик и... Блин, да сколько можно этих посылок уже? Уж, господи, я уже, по-моему, все, что можно, научился делать. Занавеска. В общем, ребят, я здесь освободил место, кровать поставил в центр, вот это поставил сюда, это сюда. Так, давайте похаваем, кстати, картошечку. Смотрите, у меня вот здесь уже вот это вот лежит, все много, ага, ага, место занимает. Так, здесь у меня в инвентаре тоже почти уже полную, инвентарь почти полный, места нету. В общем, смотрите, как я хочу сделать. Берем наш этот топорик, как это сказать, молоточек. И давайте посмотрим. Посмотрим, подождите, сначала акулу убьем, которая задолбала уже на меня нападать. Кстати, она скоро, ребят, умрет. Она скоро умрет, это хорошо. Дайте я гляну, как мне делать стены.
И какие лучше? Я не знаю, вот есть деревянная колонна. Можно ли на нее делать вопрос? Есть деревянная стена. Так, ну на стену уходит больше досок. Давайте попробуем, ребята, деревянную колонну сделать. Самую обыкновенную. Вот такую. Как она выглядит? А, я не могу ее. О, ребята, снова большой остров. Господи, ну... Бля, вот я не могу его, ребята, упустить. Это будет очень-очень обидно. Я бы мог его залутать потом в свободное время. Давайте. Я, наверное, сейчас, ребят, подплыву к этому острову. И мы с вами попробуем там понаходить предметы. В общем, вот стены. Я, скорее всего, ребята, их сейчас поставлю вот сюда. Вот так. Давайте три стены поставим. И я попробую сейчас на них сундуки вешать. В любом случае, нужны новые сундучки. Поэтому я скрафчу сейчас еще. И буду грести в сторону... Так, у меня место есть? Да, место есть. Буду грести сейчас в сторону этого... В сторону острова. Так, крафтим еще один. О! Ребята, просто... Подожди, куда он исчез? Так, это, видимо, туман. А, все, вон он. Все нормально, он на месте. Все, ребята, просто отлично. Я могу делать вот так. Могу их вешать друг на друга. Это просто супер. Все, тогда сейчас, ребята, я плыву до острова. Понемножку грибу. Пытаюсь туда попасть. И параллельно сейчас буду переносить сундуки на эту стену. Все, сейчас скоро увидимся. Итак, друзья, все, вот смотрите, я перенес все сундуки отсюда вот сюда. Теперь они у меня вот так вот примерно выглядят. Экскурсию проведу чуть позже, ребят, потому что я только что убил акулу. А это значит, что это отличный момент, чтобы нам с вами сейчас взять и быстро занырнуть под воду, пока акула не перереспавнилась, так скажем. У нас есть время быстро залутать со дна эти глину, песок, в общем-то, все, что мне как раз-таки нужно. То, зачем я сюда и приплыл. Поэтому погнали быстренько искать. Где-то вот здесь вот оно все должно быть. О, нифига, бочка как заспавнилась, интересно. Все, ребятки, вот-вот у нас уже с вами очень скоро будет железо. Вот это меня реально радует. Это меня прям очень сильно радует. Все, друзья, давайте я сейчас быстренько... Ух ты, как много красивых рыбок. Ищу, в общем-то, глину с песком. Все, и мы с вами делаем кирпичики. Скоро снова увидимся. Ой, бля, ребят, короче, я сейчас был под водой, и взорвалась рядом со мной какая-то рыба желтая. И я чуть не сдох от ее этого газа, который она испустила. А еще, по-моему, уже, ребята, заспавнилась снова акула. Мне надо срочно на борт, иначе я сейчас сдохну, если меня еще хоть раз заденут. Короче, жесть, я чуть не умер. Все, ребят, я скрафтил наконец-то еще три кирпича. Я добыл песок и глину. Им осталось высохнуть, и все, ребята, и я делаю печь. Короче, просто супер. Сейчас я жду кирпичи, навожу снова порядки, потому что снова понадобывал здесь всяких разных ресурсов. И мы с вами займемся наконец-то тем, что сделаем железо. Все, ребятки, я отправляюсь снова наводить суету. Друзья, наконец-то, смотрите, все, три сухих кирпича плюс. Я еще даже еще один смог скрафтить, он пока у меня делается, но он мне уже не нужен. Короче, все, я уже приготовил 6 сухих кирпичей, 4 хлама и 6 гвоздей. И мы с вами можем сделать плавильню. Наконец-то. Да, друзья, да. Ох, ни хрена она место занимает, конечно. Так, ладно. Давайте, наверное, поставим ее вот сюда куда-то. Блин, надо следить, ребята, чтобы акула ничего не съела мне. Черт возьми. Ладно, ставим вот сюда. Надеюсь, здесь ее акула не снесет. Ну что, давайте первым же делом сразу проверим, как она работает. Берем один железный этот для начала хотя бы, да? И доски. Я видел, что ее досками запитывать надо. Вот так вот делаем, ребятки. Итак. О! Нифига там досок влазит сколько. Все, ребятки, ура! У меня пошло железо! Есть! Так, надо похавать. Опять тут целая куча еды уходит. Так, давайте пока железо, ребятки, готовится, я вам быстро покажу свои сундуки. Короче, смотрите, пойдем справа налево. Тут справа у меня все подводное. Вот такое, да, вы поняли, что это бывает под водой. Тут у меня еда всякая разная. Тут у меня пока что непонятно что, но, видимо, дроп с животных по типу кожи. Потом, наверное, мех будет. Вот это гигантский моллюск, пока вообще не понимаю, для чего нужен. Ах ты соб... О, что? Как она сломала сетку? У меня все было починено, Бля, не говорите, что я не починил. Офигеть, ребята, я походу проглядел и не починил эту сетку. Так, еще один сухой кирпич готов. Вот сучка, а.
Короче, понятно, ребят, сожрала сетку. Это плохо, надо будет восстанавливать. Ладно, идем дальше. Здесь у меня, в общем-то, ребята, различные семена, рецепты. Здесь везде будут камни. Здесь такое металлическое, типа хлама, гвоздей, железных слитков, медные слитки здесь будут. Здесь везде листики, здесь везде доски, здесь, соответственно, везде пластик. Вот как-то так, ребята, пока что распределил я ресурсы. Ребятки, все, мы с вами это сделали. Мы научились делать железо. Ура, просто ура. Теперь у нас с вами аж два железных слитка есть. Подождите, а я их уже изучал в столе? А, да, я уже изучал их. Смотрите, вот, мне нужно приготовить болты и шарниры. Потому что, ребята, из них мы можем делать с вами еще кучу предметов. Нужно их тоже изучить. Ой, бля, все, я открыл все, что можно, мне кажется. Теперь, смотрите, лопата, вот, чтобы собирать грязь. Вот что это было, оказывается. Окей, лопата. Металлическая удочка. Супер. Металлическое копье, тоже супер. Сеткомет. Прицельтесь в животное, чтобы его поймать. Ни хрена себе. Так, окей. Пока не понимаю, что это. Так, металлический топор. Ну, это понятно. Вот он, крюк, который я нашел. Металлический тоже более лучший. Хорошо, отлично, супер. Большая грядка. Я еще пока ни разу не выращивал еду. Возможно, зря. Позволяет выращивать деревья. Хорошо. Постоянный якорь. О, вот это тоже, ребят, вещь полезная. Позволяет поставить плотный якорь. То есть не надо мне каждый раз крафтить одноразовый. Это тоже супер. О, и хранилище большое, ребята, можем делать. Тоже классно. Короче, нам теперь прям must have нужно железо. Железо здесь решает все. Ножницы отлично режут шерсть. Ха, класс, даже не знаю, что это. Сок лианы. Вот, ребята, еще сок лианы. У меня подозрение на то, что его нужно добывать из водорослей. Сейчас мы это проверим, это предположение. Да? Раз водоросли положились, да? Да, ребят, скорее всего, сейчас сок лианы мы с вами на выходе и получим. Ну, просто супер, что я могу сказать. Мы с вами сегодня научились делать железо, научились делать медь, стекло, сок лианы. Сейчас обязательно нужно медный слиток один сделать. Так, тихо. Блять, показалась акула. Нет, у меня, к сожалению, ребят, сейчас песка, чтобы еще стекло скрафтить. Но это ладно, это потом. Короче, я сейчас, ребятки, немножко, наверное, подготовлюсь, наловлю себе всяких предметов, вещей. Возможно, сейчас наловлю себе рыбки. В общем, в общем-то, наделаю чего-нибудь. Скрафчу, возможно, лопату для грязи. О, а вот и сок ляна, ребятки. Давайте его прямо сейчас сделаем. Бать, тут еще предметов, охренеть. Пустая бутылка у нас теперь доступна, которая вмещает много воды. Берем. Ласт увеличивает скорость под водой. Вот, вот эта тема, чтобы плавать. Это круто. Потому что я плаваю очень медленно под водой и начинаю задыхаться. Лук. Так, вот дальнобойное оружие. Первое в этой игре пока что, которое встречаю. Это классно. Сачок ловить жуков. Пока хрен знает для чего. Это котелок, можно смешивать. Так, а вот это скорее всего то, что из рецептов. Окей. Дальше у нас уже идут микросхемы. Банки с пчелами, бутылка пустая, нужно изучить. Ага, все, ребятки, я понял. Короче, охренеть, вот это я сегодня прям апгрейднулся. Прям реально апгрейднулся. Очень много нового изучил, это круто. Теперь, ребята, остается по полной искать железо и медь, которые здесь, судя по всему, очень сильно нужны. Особенно железо. Хорошо, что я его наловил уже 26 штук. Да, все-таки это полезно. Ладно, ребятки, сейчас привожу все немножко в порядок. Отправлюсь исследовать остров. На этот раз это для вас будет быстро. Я буду вам обрывками показывать только самое интересное, потому что я хочу его изучить очень тщательно. Поехали. Ребята, внимание, медный слиток. Я тоже его сейчас забрал из печи. Давайте быстро положим пока что туда. Дальше готовится снова железо. Короче, это охренеть будет долго. Медный слиток часто используется в электроприборах. Тоже изучаем и открываем. Так, две вещи, окей. Обычная батарейка питает электроприборы и микросхема, да, ребята, вот она, та самая микросхема, тоже учимся ее делать. И все, ребятки, теперь, я так понимаю, мы с вами уже можем скоро начинать двигаться по сюжету, да, потому что мы с вами научились делать микросхему, с помощью которой мы сможем потом с вами сделать, не помню, где он, или где он вообще у нас, сейчас, ребят, покажу.
Радиоприемник, помните, который нужен для начала прохождения сюжета. Да, вот мы сделаем микросхему и сделаем приемник. И с помощью него уже там начнется сюжет. Так что очень этого жду. Ладно, все, скоро буду. Итак, друзья, в общем, смотрите, я себе скрафтил металлическую удочку улучшенную, уже опробовал ее, обновил, в общем-то, наловил немножко рыбки. С помощью нее поймал 2 сырых лосося, пока что впервые я их поймал. 2 большие рыбы, которые нужно готовить на большом костре, как написано. Это первое. Во-вторых, я скрафтил себе лопату для того, чтобы собирать грязь. Вот, немножко сейчас восполняю запасы еды и воды, готовлюсь к тому, чтобы, ребята, отправляться на исследование острова. Вот, ну и помаленьку, конечно же, плавлю железо, как же без этого. Вроде бы все, уже взял с собой, что нужно было, надеюсь, что все будет нормально и я не помру. Металлическое копье пока, наверное, делать не буду все-таки, вот. Наверное, лучше не буду торопиться с этим. Похожу, если что, пока с деревянным. Металл мне сейчас, ребята, нужен будет для следующего. Я уже придумал, что я сделаю с ним. Самое важное, куда я могу пока что пустить металл, это, ребятки, на улучшение плота. Потому что, смотрите, я хочу убрать вот эту сетку, убрать вот эту сетку и построить вот так вот, получается, дополнительные секции для плота. И все их по периметру укрепить, получается, металлическими этими... Короче, сделал так, чтобы акула не смогла больше грызть мой плот, и я мог об этом навсегда забыть, потому что она меня уже задолбала. Она не дает мне расслабиться ни на минуту. В общем, друзья, как-то так. Все, сейчас я скоро отправляюсь на исследование острова, друзья. Буду вам показывать только все самое интересное, что я найду. И в конце подведем итоги, что ж я сегодня нашел там и сделал. И будем отправляться уже дальше в следующей серии. Все, я полетел на остров. Ребятки, еще моментик, внимание, я тут уже почти все готов отправляться. Короче, быстренько себе скрафтил всех ресурсов на то, чтобы сделать ласты, которые увеличивают скорость у меня под водой, потому что я сейчас буду плавать, добывать ресурсы, решил затестить, как они работают. Вот, наплавил водоросли, которые у меня, благо, есть. И давайте сделаем ласты. Так, надеваем. О, смотрите, какие угарные. Ладно, окей, насколько я теперь быстрый. Так, на меня плывет акула. Ну, слушайте, да, да, ребят, я чувствую, что стал побыстрее в них. Это ощутимо. А я могу от акулы как-то... Бля, хуй там был. Не могу я от нее уворачиваться. Надо эту селедку валить, пока не поздно. Короче, ребятки, ладно. Все, снова ухожу на паузу. Ой, ну что, друзья, вот и прошло уже очень много времени с тех пор, как я последний раз вам показывал, что я делал на острове, чем я занимался, потому что я еще, наверное, раза 2 сходил на этот остров, его оббежал, очень много плавал под водой, добывал ресурсов, как вы видели, убил там кабана, убил рыбу под водой, с которой мне, кстати говоря, ребята, выпала вот такая вот забавная шапка, я не помню, как рыба называется, а, иглобрюх, ну да, в общем-то, мне там тоже с него выпал какой-то дроп. Я, ребята, здесь уже очень много переплавил ресурсов, давайте вам сейчас покажу быстренько. Вот, как видите, у меня уже 20 слитков железа, 7 еще в инвентаре. И вот я, собственно, планирую плавить все железо, потом плавить всю медь. Железо я, ребята, сразу решил, что потрачу на укрепление моего плота, чтобы мне навсегда забыть об этой чертовой акуле. Я вот уже построил вокруг сеток вот такие вот дополнительные секции, вот, которые я укреплю металлом и вот так вот полностью в круг пройдусь. И все, акула больше не будет грызть мой плот. В общем, друзья, ладно, разгребать все это дерьмо, так сказать, мы будем с вами уже в следующей серии, так что надеюсь, что вам эта серичка понравилась. Если это так, ребятушки, обязательно ставьте ваш лайк, подписывайтесь на канал, пишите ваши комментарии, советы, возможно, потому что мы уже близимся к началу прохождения сюжета. Всем огромной удачи, хорошего настроения, друзья, увидимся с вами в новых видео. Всем пока!